Можно ли дарить иконы? Как вы знаете, икона – это символ веры, который помогает человеку превозмогать все испытания. Однако при выборе такого подарка нужно учесть мнение народа и церкви, иначе сюрприз может нанести вред. Как вы знаете, православная икона – это отличный подарок, который усиливает духовную связь людей. Но прежде чем вручить такой подарок, необходимо удостовериться в вере человека. Ведь если он далек от православной веры, то такой презент не обрадует его или еще хуже нанесет вред. Возможно, вы не расслышали о том, что икона, преподнесенная в дар, может принести беды и навлечь тяготы на человека. И наши предки довольно серьезно относились к данному суеверию, из-за чего в основном сами покупали себе освященный образ. Их страх был основан на следующем. В былые времена люди считали, что именно через святые образы недоброжелатели наводят порчу. А поскольку святыню хранили на самом видном месте, то порча поражала людей гораздо быстрее и причиняла семье огромный урон. По этой причине иконы принимали в дар только из рук самых близких. Это могли быть родители, братья, сестры, дети, бабушки и дедушки. Существует и другая примета, которая гласит, что нельзя принимать в подарок иконы, вышитые или нарисованные обычным человеком. По мнению наших прабабушек, через иконы, сделанные простыми людьми, нельзя обращаться к Господу. Многие по сей день считают изготовление икон человеком, не связанным с церковью, большим грехом. Однако служители церкви объясняют, что любая вышитая или нарисованная икона может стать подлинной. Для этого ее необходимо отнести в церковь, чтобы священник осветил рукотворный образ. После освящения он станет подлинным списком любой православной иконы, которую можно приобрести в церковной лавке. Есть и другие более радостные приметы. Например, подарить икону новорожденному или только что крещенному ребенку значит благословить его на долгую и беззаботную жизнь. Принести святой лик в качестве подарка болеющему – это поспособствовать скорейшему выздоровлению. В народной истории есть немало случаев, когда подаренная икона помогала человеку стать счастливее. Ну а что же по этому поводу говорят церковнослужители? Так вот, по мнению священнослужителей, икона – это чудесный подарок на любое торжественное событие, будь то свадьба, рождение малыша, переезд или юбилей. Икону можно подарить и без какого-либо повода, ведь это глубокое проявление самых добрых чувств, тем более, что икона превратится в личный талисман. Все священнослужители уверены, что икона изгоняет из души человека гнев, ярость и, конечно же, зависть. Именно по этой причине церковь одобряет такие подарки, ведь они помогают человеку сблизиться с Господом. В прошлом подарить икону мог далеко не каждый человек, ведь святыни отделывались золотом и драгоценными камнями. Но на сегодняшний день даже самый простой образ ничуть не уступает по значимости и духовному наполнению роскошно оформленным иконам. Самое главное – это перед вручением осветить подарок в церкви, а еще лучше посоветоваться с батюшкой при выборе иконы. Как вы знаете, икона – это воплощение святости. Перед ними люди молятся, делятся переживаниями и просят совета. По словам церковнослужителей, икона оберегает человека. Исходя из всего вышесказанного, дарить иконы можно, ведь это знак сильной любви и пожелания счастья. Поэтому в доме каждого верующего человека должна быть хоть одна святыня, которая будет защищать от бед и несчастий. И главное, дарите такой подарок с чистыми мыслями. Друзья, ну а с вами был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, но также пишите ваши вопросы и комментарии. Ну а мы, друзья, прощаемся и услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!